Кредит. Кредит ведь могучий инструмент. Ты свободный, деньги мобилизуются. Что такое кредит сейчас в финансовой экономике? Залезли в будущую жизнь. Ведь кредит идет речь о будущих поколениях. Вместо нас решили судьбу наших детей и наших внуков. Там надо платить за десятки лет вперед всякие эти вещи, которые там есть. Что получилось в итоге? Это кто дал право распоряжаться судьбой будущих поколений нам, сегодняшним? Ну, а кто выигрывает? Мы с вами нет. От этого выигрывают вот эти финансовые капиталы, которые сделали эти рассрочки, распродажи и все прочее, которые ты кредит превратился в огромный инструмент ограбления человечества. Потому что сегодня у меня есть предел грабежа. Потому что у нас с вами кошелек, а когда в будущее залежаешь, там можно грабить сколько угодно. Там нет предела. Нет предела. Нет предела. Нет предела.